Так как это работает? Вы только не пугайтесь. Привет. Давно не виделись. Фокус. Не хочешь ловиться на мне. Все, заработало наконец-то, то я уже испугался. Я вновь возвращаюсь в свой рабочий лад. Я целый месяц провафлил, можно так сказать. Я был в поездках, в разъездках, в раздумьях в своих голове. Я не жалею об том времени, которое у меня прошло. И старался быть счастливым в этот момент. Мне обидно, что я не упускал и не монтировал ничего, но вернулся к тому, чтобы начать работать. Начнем с этого. Я пока потихоньку вливаюсь. Я уже не помню, как разговаривать на камеру. Это весьма странно. Ой, ладно, перейдем к стрит-арт-фестивалю. Второй день, который был 2 июня. Надо доделать, чтобы начать новое. А то груз ответственности на душе моей. Ладно, все. Смотрим. Отличная погодка получается сегодня. Второй день стрит-фест фестиваля. Сейчас выманил Андрея Шамшуру поехать со мной. Сейчас направляюсь до него. Погода вообще бомбическая. Привет. Сегодня второй день стрит-фест фестиваля. Погода просто шикарная. Позвал Андрюху. Сейчас поедем в город. Забежим, посмотрим, насколько художники много уже нарисовали. Что нарисовали. Пробежимся, там еще говорят, фудтраки будут. Пожрем. Вчера просто этого не хватило, а сегодня, надеюсь, еда будет вкусная. Напитки, еда, музыка. Сегодня, говорят, стритбол еще будет. Может, какие-нибудь конкурсы будут по броскам, там, трехочковые. Может, дальние броски. Можно будет, в принципе, поучаствовать. А так вообще, погодка, второй день лета. Ух, поехали. Андрюх, будешь делиться? Чем делиться? Ну, только мне было что сказать. Думаешь, мне есть что сказать? Давай, как ценитель искусства, ты тонкое чувство ноток, вот это «Le Chopin». Не знаю, что я скажу. Народу было не очень много, я вам скажу. И я, как великий знаток искусства... Тебе шапки не хватает. Ни хрена не понял, честно говоря, когда посмотрел на это. Ну, к примеру, это с прошлогодней граффити, это Graffiti Walls. Graffiti Walls очень сделано. Сделано очень стильно, очень здорово, очень стильно, красочно. Модно, молодежно. Да не то, что даже. Ну, молодежно, да, но это на стыке получается и детского, и современного, и взрослого одновременно. И выполнено очень качественно. Очень здорово, очень красиво. Я даже не знаю, без комментариев забрал себе, сфотографировал, буду пиарить. Больше слов.
Ой, блин, на самом деле это так тяжело, эта камера не настолько легкая, как кажется. Она весит где-то, может, грамм 300 или 400. Но в совокупности с объективом, со всем этим, она очень тяжелая. Ты на той качок, чтобы носить ее. Устал. Уже все заканчивается. Да, подержи. Ты будешь что? Снимай. Снимай? Да. Голливуд, он такой. Водичка Байкал. На самом деле такая водичка я пил в Москве. Очень прикольно, потом саму эту бутылочку используешь повседневно. Оу, у меня есть свой оператор. Да, у нас этот сам объектив в нем встроена. Стабилизация. Лужа аккуратно. Сейчас нахожусь на набережной, ее где-то год или два года назад отремонтировали. Она сейчас стала более красочной, потому что до этого было невозможно в ней ходить. Но сейчас это совсем другая площадка, совсем другое место. По ней очень много народу гуляет, она очень прикольная, красивая, так что можно походить по ней. Я уже второй раз здесь, так что покажу вам набережную своими глазами. Поехали! Поехали!